Всем привет! Вы на канале Panda Play. Сегодня у нас игрушка под названием PS5 Simulator. Файн, наконец-то, моя новая PS5 приехала. Дети у бабушки, я могу играть всю ночь. Игрушка запускается прям вот так, без всякой менюшки, без всего. Тут есть главное, можно нажимать Escape. Это радует. В некоторых играх нельзя вообще ни на что нажимать. И типа, все, как хочешь, так и живи. Можно садиться и кидать туда все, что хочешь. Я понял. Так, настройки графики здесь никаких нет. Ты сам видел, вот оно, ни хрена, continue и exit. Что мы делаем? Нам нужно пойти и открыть. О, ни хрена себе, мы что, в поле живем, что ли, в каком-то? Фризит, мне это не нравится. Были бы настройки графики, можно бы хотя бы эту вертикальную синхронизацию поставить было бы. А то тут вообще все плавает во все стороны. Слушай, хороший домик такой, неплохой, хочу заметить. Click to open. Опа, приехала нам писюшка наша. Мне нужна шарп. Шарп, что такое? Лезвие или что? Для open it. Шарп это... Я знаю, что такое shape. Коробка. А шарп я не знаю, что такое. Hold to grab. Ножницы давай. Okay, I need to connect PS5 to the electricity. Мне нужно подсоединить пятую плойку к электричеству. Мы что-то там сокеты moving here, so I need here find exist. Чего, блядь, непонятно. Ни хрена! Отдай! Чё такое? А, этот ни хрена там вилки тяжелые, смотри. А где у нас телевизор? Телевизор, где у нас? Ой, блядь. Телевизор, где у нас? Есть. О! No signal. Ну-ка. Ну-ка, дай. Где? Че тут можно вставить в розетку? Ну-ка! Розетка! Где розетка? Етюки его колотить! Как у тебя телевизор-то работает? А! О! Тут одна розетка. Ну ладно, давай мы пока это поставим. Да хорош ты пиночица-то. Есть, курить. Это что это? Я так перевернул его, что ли? Класс. Поставь на место ровненько, чтобы вот так вот стояло все. Нам нужно розетку найти. Возможно, здесь есть что-то, кроме... Ой, как фризит. Возможно, здесь есть... как это называется? Как это называется? Сейчас я кое-что сделаю. Ты только никому не говори. Что такое? Вот так вот. Вот так вот сделаем. И сделаем вот... Не, вот так вот, давай лучше. Или вот так. Вот так вот, давай. No signal, еб твою мать. Че так далеко-то? Где кнопочка моя? Опа. Отлично. Короче, нам нужно подключить вот это дело к электричеству. Если нам это дело к электричеству нужно подключить... Подожди. Подожди. Стой. Да подожди. Так, это здесь пусть лежит. А второй провод где? А второй провод вот он. Так и должно быть, да? То есть что вот так все болтается друг за другом. Я вижу электричество. А если я вижу электричество, сейчас прям 5 секунд. 5 секунд, прям вот извини. Извини. Если я вижу электричество, значит можно подключить вон туда. Now it's time for HDMI connection. Так, нужно подключить HDMI connection. Так, подожди, дай. Ну да... Почему? Стой, ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот, теперь плойка берется, значит можно взять... Куда ты полетела-то? Эй! Вернись. HDMI connection у нас в телевизоре. Это 100%. Это нам нужно подключить... О, вот HDMI. Ну и что? О! По-моему, нас обманули. Это первая Сонька, потому что именно... А, нет, вторая. Во второй так... Нет, в первой Соньке такая была. Опа. Опа. Записывает нас кто-то. Finally, my PS5 gamepad arrived. О! Чего? Где? Где? Finally. Ни хрена себе там коробок. Слушай, ну дом-то хороший такой, на самом деле. Дом-то красивенький. Нам приехала еще хреново гора всего. Куда-то коробка улетела только что, нет? Или мне показалось? О,
прилетело. Так, я думаю, что тут есть что-то. Open Harry и вот это вот все тоже мы возьмем, потому что пригодится, понимаешь, пригодится. Нам нужен же не только геймпад, нам нужно, наверное, еще что-то. Там игрушки какие-то всякие будут на дисках, понимаешь? На дисках будут игрушки. Игрушки-то будут на дисках. А, давай, где ножницы? Да я больше не боюсь. Так, погоди. Погоди. Вот. Подожди ты. Геймпад вон туда брошу. Подожди, а вот это что это такое? Угу. Вот так вот надо сделать и ножницы найти. Here it is. Finally I can play my new PS5. Ты не можешь играть. Gamepad battery is low. I need to charge it. Подожди 5 секунд. Подожди, мне нужно ножницы найти. Я ножницы потерял вот в этих... Как их называть? Ладно, давай ножиком. Нет? Или это уже открыто? А, вот, Open Harry. Open Harry... Так, там что-то было. Ой. А, было что-то здесь. Вот, ну, возьми нож. Блять, Open Harry уже не тут. Ну-ка, положись вот так. Возьми нож. Режь. Seems like it's the wrong gamepad. А, да, это wrong gamepad, потому что это от Хуана вообще-то. Так, этого дурака надо... Стой, а вот это что такое? Like it's the wrong gamepad. А, это четвертое. Ёлки-палки. Подожди, а как... Да, все подсоединилось, да? Осталось найти Ой-ой-ой, как висит. А, осталось найти розетку. Розетку у нас... Возможно, есть на втором этаже. Да, есть на втором этаже розетка. Отлично. Ты полежи вот тут. Я возьму вилку. И пойду наверх. Ну-ка. Wow, it charged so fast. Заряжается так быстро. Да, быстро, наверное, заряжается. И чё, можно уже, нет? А, давай пожаловать в PlayStation. Press PS button to use the controller. Я бы сейчас на самом деле взял бы джойстик, но... И чё делать-то? Куда нажимать-то? Damn, I need to connect my PS5 to the internet. Damn, no. Мне нужен интернет-коннекшн для закачки первого дня патча. Давай посмотрим мой Wi-Fi. А. Нужно... У меня сломался Wi-Fi, нужно подняться поверх... наверх, чтобы проверить что-то там теперь. А где у меня Wi-Fi роутер? А где у меня Wi-Fi роутер? Где люди Wi-Fi роутеры ставят? У меня вот он стоит просто, я как бы это... Человек простой. Опа! Переноска. Это важная штука, слушай. Пойду отнесу вот сюда вот. Пусть здесь лежит. Что-то грязные шмотки какие-то. Опа! Удлинитель еще один. Погоди. Ну, отдай. Отдай мне вот эту штуку. Спасибо. Вот. О, сколько переносок, ты смотри. Единственное, что меня раздражает, что все-таки здесь немножечко отдельными объектами это все сделано, что вот ты не можешь взять и просто взять два объекта вот эти вот, типа, и отнести. А тут берется сначала вот эта хренота, а потом вон та хренота. О, нет, стой, погоди. Она улетела. Нифига себе, правильно все сделалось. Wi-Fi роутер. Да здесь везде эти ерундовины, я их брать уже больше не буду. От них никакого как такового смысла. Игрушку напоминает мне одну. Дом из какой-то игрушки, блин. Из какой-то игрушки, из хоррора из какого-то. Что за звук? А, из какого-то хоррора. Да. Тут ребенок какой-то, блин. Да, что-то было такое. Так, это мой телефон. Он мне нафиг сейчас не нужен. Подожди, мне нужен Wi-Fi роутер. А Wi-Fi роутер это такая приблуда. Подожди, а там что такое горит? Что горит-то тут? Ну, закройся, зачем ты мне светишься-то? Меня вводят в заблуждение вот эти вот всякие похождения, потому что я забыл, зачем я уже пошел. Чего такое-то? Что здесь такое гудит? Ладно, здесь тоже Wi-Fi роутеры. Нифига себе. А, ё...
It might be in the garage. Инструмент должны быть в гараже. Для начала достать его из этого надо, а потом в гараж пойти. Стой, а вот это что такое? Это же кладовка. Должно быть здесь все находиться, нет? А у меня есть гараж, значит, пойдем в гараж. Пойдем в гараж, гараж должен быть на улице. Ну, типа... Ой, вот он, гараж. Нет? Ну да, это должен был быть гараж, но... Что это такое? Это счетчик, но он почему-то электрический на улице стоит. Непонятно. Такой, по крайней мере, на улице, мне кажется, не ставят. Зачем я хожу вокруг да около? Почему я вышел из дома-то зачем? Где моя логика? Я же должен был... Сейчас, прям 5 секунд. Вот так вот сделаю. Ой-ой. Вот так вот. А то мне уже видно перестало быть. И опять я, блин, с... Опять я, блин, потерялся. Понимаешь, нет? Понимаешь? Я, короче, сломал опять игрушку. Сломал игрушку. Взял и сломал. Просто наглым образом. Взял и сломал. Гараж вот здесь вот у нас находится. Я надеюсь, что у меня ничего не пропало. То есть, потому что я... Don't worry, boys. The engineer is here. Я пошел чинить Wi-Fi роутер. Здесь все до абсурда доведено, поэтому я думаю, что это подойдет. Починил почти, смотри. Наконец-то. Мне нужно перезапустить мой Wi-Fi роутер, чтобы починить это. That should work. Finally, I can play my PS5. Наконец-то я могу поиграть в свою PS5. Я сломал, блин, вебку, понимаешь, и все, и она отсоединилась. Почему? Я не знаю, почему она отсоединилась, я ничего не трогал там. Она просто решила... Так, а где? И чё? Wait, I forgot to put disc. Подождите, я забыл положить диск в консоль. В детской комнате должны быть. Слушай, а тебе плойку после этого привезли, да? После того, как ты дисков накупил? В детской комнате, это вот здесь вот это было. И где? О! Чё это за игра? I can't wait to play this game. Knack. Понятно. Knack 3. О, я не подождать, не могу дождаться, что ли. Получается. Где Соник? А Соник-то где? Соник-то у меня вон там. Это все, я засунул туда. Loading is really slow. I'm gonna grab some snacks. Я должен взять снеков. Да, загрузка очень долгая. Wait, game is already ended. Игра закончилась? Этот SSD такой быстрый. Я хочу запустить это снова. Давай запустим. Где Хуан-то? Это джойстик-то где? Оп. Now you should go and buy a real PS5. Наконец-то я купил действительно настоящую PS5 или Xbox Series, whatever, I think great консоль тоже. Спасибо за игру, сабскрип на мой канал. И я вам тоже говорю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Делитесь видео с друзьями, всем спасибо еще раз за просмотр, всем до встречи в новых видео, всем пока.